4 декабря 2015 год фактически уже на своем исходе. И праздновать мы сегодня будем, почему я вот по Фрейду оговорилась, будем праздновать день рождения Сергея Назаровича Бубки. 52 года ему сегодня, и родился он в 1963. И это, знаете ли, такой пример, когда человек прыгал правильно и допрыгался, понимаете? Не просто так, как говорится, а прыгал. 6 раз завоевал звание чемпиона мира, 6 раз, прикиньте, да? 3 получил титул спортсмена мира, опять же, не просто отдельной страны, а спортсмена мира. При этом еще был и советником президента в свое время, и депутатом, и т.д., и т.д., и т.п. Вот, и т.д., и т.п. Так вот, товарищи, давайте брать пример с него. Поднимем рюмашку другую сегодня за него. И давайте, если прыгать, то понимать, зачем, куда и для чего. С 17 до 19 жду ваших звонков. Может быть, вы мне расскажете, до чего допрыгались вы в этой жизни, а?